Вот Ренат пишет: «Уважаемый Михаил Семенович, я по YouTube увидел видео, как преодолеть стыд. Подскажите, пожалуйста, как мне быть в связи с коронавирусом? Потерял бизнес, долги банкам, огромная съемная квартира, малолетний ребенок. Как не потерять в себе человека? Стресс, депрессия, паническая атака, бессонница. Как справиться с временной тяжелой жизненной ситуацией? Вы точно описали мое душевное состояние». Я советую отключить мозги и нервы. Поступать абсолютно механически, рационально. То, что требуется от меня сегодня жизнью, я должен выполнять. Не обращая внимания на то, что будет послезавтра. И даже, может быть, на завтра. Главное то, что сегодня. И поймите меня правильно, тогда вы поймете, как вообще должен быть реализован наш мир. Мы не должны думать про завтра, послезавтра. Не должны строить никаких планов громадье. Мы должны просто, как в каждую минуту, мы можем быть полезными себе, нашим близким. И если у нас есть правильное понимание будущего мира, может быть, каким-то образом поделиться этим с другими. Никаких разумных чересчур и философских измышлений. Будьте как можно проще. Вы увидите такую новую тропинку, по которой вы можете спокойно идти, как в парке, и никто вам не будет мешать. А если будут к вам, как вам кажется, приставать, углубитесь еще больше в эту тропинку. Вы увидите, как все рассосется и освободит вам место для вашей простой жизни. И так вот вы выйдете из всех этих проблем. Главное – жить незамысловато в наше время, в этой пандемии. Этот настрой приведет вас к самым мудрым мыслям и поступкам.